Новый год и рождественские праздники не за горами. Это время, которое ждут и взрослые, и дети. Прогулки на свежем воздухе, походы в кино и кафе, дружеские посиделки, встречи с близкими и родными. Все это будет наполнять наши каникулы. По русской традиции в гости ходят с подарками, в том числе и сладкими. Особой популярностью зимой пользуется такой продукт, как мед. Как раз именно сейчас в торговом центре «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 одновременно работают выставки ярмарки меда кочевого. Пасеки семьи Тюриных. Об этом рассказывает наш корреспондент. Жители-гости областной столицы всегда с радостью встречают ярмарки меда, пчеловодов, кочевой пасеки Тюриных из Тамбова. Здесь можно не только купить, но и попробовать разные сорта меда и выбрать тот, который понравился. Липа, акация, цветочный, гречишный, кориандр и много-много еще всего. И мед с орехами есть, и с сухофруктами мед есть. И другие продукты пчеловодства привезли. И воск, и прополис, и свечи из натурального воска, и сотовый мед у нас есть. Мед – это уникальный продукт питания, не просто вкусный, очень полезный для здоровья. Зимой, в период простуд, мед помогает справиться и с высокой температурой, и с недомоганием. Липовый всегда покупаю, нравится. Акация первый раз попробовать. С детства привыкла. Всегда лечили медом. Особой популярностью пользуется гречишный акациевый мед с прополисом. В дни проведения акции для покупателей действуют выгодные предложения. На данный момент у нас несколько акций для покупателей. Трехлитровое ведро цветочного меда будет стоить 1000 рублей. Если вы покупаете от 3 литров одного вида меда и более, то будет скидка 17%. А если вы берете 5 килограммов разного меда, то 6-й будет в подарок. Новый год – пора подарков, поэтому к пчеловодам Тюриным приходят купить в дар мед и другие продукты пчеловодства для всей семьи. Ведь важнее всего для каждого из нас здоровье родных и близких. Мед лечится. Я с прополисом и липу. Липа от простуды. От простуды, потому что и здесь. Так что покупаем каждый раз, когда приезжает. Работать ярмарки пчеловодов Тюриных из Тамбова будут до 11 декабря в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2, через центральный вход налево, второй этаж, а также в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29, первый этаж.